Приветствую всех, кто заглянул на мой канал. Друзья, сегодня сделаю коротенькое видео. Хочу вам показать, что я приготовила сегодня на ужин. Приготовила вот такие лодочки из теста. Это еще в Турции называют они пиде. Ну, у меня я немного по-другому, но тем не менее вот. Сейчас края вот приготовила, яичко смажу яйцом. Какая у меня будет, друзья, начинка? Вот я уже приготовила. Здесь у меня курица, лук и томаты. Вот. И разные приправки. Вот цвет такой, потому что приправы и томаты, в общем, красного цвета. Для начала я свою начинку разложу вот в эти лодочки из теста, так я их называю. Потом смажу края яйцом и поставлю в духовку на 180 градусов, где-то примерно на 15 минут. Потом вытащу из духовки, все засыплю обильно сыром и еще минут на 10 в духовку, даже может меньше. Ну, в общем, не знаю даже конкретно по времени, друзья, в общем, буду смотреть по моей духовке, так как она у меня... Я здесь недавно живу, я еще ее, как говорится, не обкатала. Буду уже по ходу смотреть, как оно будет все пропекаться. Ну что, друзья, выглядит таким образом. Вот это большенькое, где много мяса, это для Томаса, конечно. Это маленькая моя. Это Паскаля. Ну, а эту, наверное, напополам. Вот, друзья, старшенький любит побольше мяса, а мы с Паскалем... Не такие мясные, но, тем не менее, получилось очень много начинки, чтобы мне все уместить. Видите, как это тут с лихвой. Но я сейчас думаю, сейчас тесто поднимется. Тесто я делала сама, это дрожжевое тесто, обыкновенное. Вот. Ну и все, друзья, сейчас будем ставить это в духовку минут на 15. Начинка-то готова, то есть нам нужно только тесто подготовить. Будем смотреть, что из этого получится. Друзья, в общем, оказия произошла. Смотрите, плохо я, хотя вроде хорошо я так скрепляла, но все лодочки у меня развалились. Ёлки-палки. И получаются уже не лодочки, а большие куски пиццы. Сейчас достану, подсыплю сыр. Да, ну форма не получилась. Ну что делать? Но все равно съедобно. Скушаем и так. В общем, друзья, с лодочками у меня ничего не получилось. Простите, так и хочется сказать. Ну что за рука жопая, господи. Вот. Лучше бы уже тогда сделала пиццу. Хотела сделать что-то по-другому, но все расклеилось у меня тут. Все лодочки. Ну, по крайней мере, хоть получилось порционно. Каждому одну штучку. Вот, друзья, сейчас еще вместе с сыром минут на 10 и все. Думаю, уже все. Сейчас буду вытаскивать из духовки и будем пробовать, что тут получилось. Так, отделила я свою, как бы лодочку, но уже более-менее на лодочку похоже. Но остальные сейчас накрою, вот, друзья, бумажкой. Прикроем сейчас с вами полотенцем. Все. Так, и разрежем. Попробуем, что тут у меня. Что тут я наварганила? Ой, мягенько. Так, подождите, одной рукой. Господи, сын всегда ругается, говорит, у тебя же есть подставка для телефона. Чего ты все одной рукой? Ой, друзья, пока я тут все это подключу, подделаю. В общем, сейчас будем с вами пробовать. Вот смотрите. Вот.
Ну, очень. А тесто такое мягкое, прямо вообще. Вкусненько, очень даже. Я сделала ошибку. Мне надо было перед их приходом все-таки делать. Но так как у меня один раньше приходит, другой позже. И не всегда по времени, в общем. Так что вот это будет сейчас стоять у меня. И дожидаться их. Вот пару часиков. Ну, если что, разогреют. Ой, друзья, как вкусно получилось. Хоть и некрасиво, но... И курочка такая не подсохла. В общем, мне понравилось. В другой раз буду думать, как мне это все склеивать, чтобы форма держалась. Ну что, друзья, показала вам сегодня, что я приготовила на ужин. Не так все получилось, как я задумала, но тем не менее вкусно. А на сегодня все. Ставьте лайки, пишите комментарии, а мы с вами увидимся в следующем видео. Желаю всем хорошего дня!